Йо, гайз, с вами Шмаки, мы продолжаем проводить игру под названием Фрейдж. Как вы видите, короче, тут дохера чего накопал уже себе, ну именно с земле. Я достал два яйца, если не ошибаюсь, динозавра. Да, вот они. Если что, они выбиваются на красных землях. Посох, да, я забыл показать. Смотрите, он, короче, создает миньона. Вражеского, понятное дело, и его просто убивают. Спасибо огромное. Я обещал его оберегать. Его будут звать Тони. Так, я колчан получаю. И я, если что, ребята, купил еще две земли. У меня как раз денег хватает еще и на последний. Ой, и у нас, кажется, там снова какая-то локация. Поэтому... Так. Яйца продаем. Яйца динозавра, ладно, оставлю. Где мы еще? Постройка, ферма. Ой, слушайте, а нужно что-нибудь забрать, что у меня дерева нету. А что я что-то строю? Нахера я строю? Стоп. Так. Какой-то песочный домик. Ну там олень. Эй, дружище, горняк, помоги мне достать кристалл. Давай. Эй, я так помогаю. Горняк. Получено. Так, ладно, что у нас здесь? Поехали посмотрим. Постройки. Да, вот это наперед не думаю, и получается такое говно. Так, это у нас ледяная, да? Ах ты ж, ё-моё. Чё, ладно. Какие-то инопланетные вещи. Подсказок. Я, кажется, знаю, что это за подсказки. Это, случаем, не на земле вот эти печати. Сейчас бы их еще увидеть. Вот, вот эти. А не, это время. 10, 9, 12. Нет, это другое. Ладно. Полетели. Ой-ой-ой. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас просто местность. Так, только цветов сияния во тьме способны пробудить спящую принцессу. Спящая во тьме. Только цветок, блядь. Не, подожди, это зимний цветок. Спящий во тьме. А какой это цветок? Подождите, я не помню. Мертвая зона. Сейчас мы еще с оленем этим поговорим. Жадина. Получено достижение. Вот это, да, имеется в виду?
Так, фирма, мост. У меня их 102 целых. А, так вот, у меня он есть, ё. Только цветок, спящий во тьме. Этот я знаю. Ладно, давайте внутрь войдем. Может, там внутри что-то будет. То, что мне нужно. Кристальная пещера. Странно, что мне делать. А-а-а. Головоломки. Головоломки — это хорошо. О, ну это он будет долго ломать. Еще нужно откапывать. Сейчас поедим. Ладненько. Кусты с едой. Ну это чтоб сюда смотрел, понятное дело. О, ладно. Так, здесь мне здесь нужно копать. Хотя. Пускай откапывает. Могу я пройти просто? Могу. Могу. Да, место большое получается. Так, давай сначала этот растоплю. Так. Нижний. Так, окей. Готово. Ну, такие игры не сложны. О. Ай, все, подожди. Так, что. Тут сундук, я это запомнил. У нас еще босс есть. У нас еще босс есть. Жезл льда. Жезл льда, жезл льда. Ну такое. Так, тут тупичина. Тупик. И как-то здесь мне нужно, да? Так что ты тут разморозил. Короче, это зелья мне нужны.
Секретыч. Сейчас посмотрим, то что тут-то спрятано. Блям-блям. Ну, обычный сундук, короче, с драгоценными камнями. Как бы мне вот это вот разморозить? Что он мне дает? Ну, разморозил я проход и... Для чего это? Для чего это? Как мне открыть врата, если там закрыто? Сломать я не могу. Думай, 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 думай. Ай, ё-моё. Вот для этого нужно зелье брать. И все, и а что я сделаю? Я ничего не сделаю из-за того, что он во льду. А, хотя у меня здесь еще есть. Подождите. Подождите, подождите. Что это у нас за место? Мне кажется, здесь мне нужен этот. Здесь тогда убить не получится. И вот как раз зелья нужны. Боже, взрывное зелье нужно. Пошлите отсюда. За взрывным зельем. В смысле, я выйти отсюда не могу? Это что, моя ловушка? А, стоять. Может. Хотя нет. Оно бы уже тогда открылось, да? Я вас понял. Чичи. Я тогда не шарю. И достать я не могу. И скелет мой не ломает. Копать не могу. Мне вообще да ничего такого нету. Ну да, прикольно. Мне кажется, ну так не получится. То, что я буду бить, оно и не откопается. Единственный способ отсюда выбраться, это сдохнуть. Потом взять...
те вещи. Да и все. Но он даже не бьется, видите? Поэтому тут смысла нет оставаться. Все, подземелье не пройдено, хорошо. Сейчас тогда идем. Принцесса еще не просыпается. Тоже проблемная. Тоже проблемная. Так, поехали. Может, гранаты взять? Почему нет, слушайте. Поехали. Да-да-да. Можно сразу накормить новых предметов. Я мог отсюда выйти? Ладно, поехали. Еще сейчас освободим. Давай, чтобы время не тратить. Снаряжение говорит. Че оно у тебя заполненное? Ягоды, цветы мне эти, в принципе, не нужны, да? Давай по фасту, по фасту. Во. Серьезно? Какие секретные стены, прикиньте. The bomb. Что еще сказать? А как? А как мне? А иным путем никак. Это не сломать никак. Пипец. Да. Как вы понимаете, ребят, это последняя серия у нас. Ну как, я могу эти еще посмотреть. Фичи различные. Yeah.
отлично. И еще. Бац, 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 бац. Ну и все равно сейчас ингредиентов до хера будет. Фига, он расширился. Ну разве такой был? Кажется, нет. Не, на самом деле сюда бомбу поставить, эту медленную. Будет жопа. Всему будет жопа. Я мышку потерял. Пьем, пьем. Сорок три изумруда, ни хера себе. Мы просто можем посмотреть с вами. А, что я еще тут не был, да? Ну что-то про это место я вообще забыл. У нас тут еще есть данж, оказывается. Хо-хо-хо. Так, синий ключ. Надо зелье сразу выпить. Я думаю, откуда у меня банки? Теперь понятно. Так, а ключ куда-то использовался, да, как я понимаю? Сюда. Херня в том, что ты не знаешь, куда шар летит. Тихо. Хилимся. Хилимся, хилимся. Да-да, пытай угадать, откуда ключ. Такой себе.
мне откуда ключ? Ух ты. Еще что-то получил. Понятно. Так, зеленый у нас еще здесь есть проход. Зеленая здесь. Жезл огня. Ой. Даже так. Собираем. Это ключ от босса. Так, а еще где-то туда была закрыта одна. Или нет? Ну ладно. Не суть. Великий демон. Этих пацанов нужно сразу кохать. Донесся. Большой демоняка. Нихера, гостей. Так, печать огня. Сфера. Ну будет, ну будет. Вообще неплохо. Так, ну и в принципе у нас еще есть немножко времени. Это поболтать с NPC. Вижу, вам удалось найти мою башню. Вы помните, что я пош... Так. Что я пошлю вас на... за несколькими предметами, да? Противьтесь, я приготовил для вас особую награду. Я говорю о моем сверхспособном магическом стикре. Так, давайте начнем с пепельницы, нужно для меня делить. Так, пепельницы замечательно. Мне еще не нужно несколько вещей, а потом я дам вам сверхособый магический спектр. Так, вы не хотите получить сверхспособный магический скипетр? Свой. Тогда принесите пигмент для моих магических свитков. Ой, звездочки. Ой, это если что, скорее всего, вот звездочка, я знаю точно для чего. Секретные места. Интересно, а в дереве есть они? Пойдемте глянем. Пойдемте глянем. Нет. Ну, здесь в основном только переодеться можно. Так, что здесь у нас? Жалко, что я сразу не могу закидывать все, что нужно. Так, свиньи нужны. Молоко нужно, много молока. Короче, ясно, понятно. Делаем таким образом. Идем в большую зону, в пустую, вот, допустим, сюда. И все, фигом вырубиваем. Вырубаем, вырубаем, вырубаем.
энергия, говоришь, на складе. Дальше, какой у нас там свиток? Вот этот есть. Так, как раз звездочки, которые ему нужны. О, уровень, ребят, пошел. Что заработал. Прикиньте. Прикиньте, он идет. Уровень, я получаю уровень наконец-то. Так, давай, к тебе, наверное, здесь построюсь. Давай свой посох. Осталось последнее. А, не перевели, найс. Не понимаю. Какие-то редкие осколки. Да, с помощью удочки это классно. Так, у меня эти пропадали. Мне только свинья, да, нужно, получается, засунуть. Свинку, 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 свинку. Пицца? Сука. Серьезно. Ай, Гош. Серьезно. Так, набрал химика. Лунар. По идее, этот эффект поджога. Что-то не поджигает. Бац. Бац. Давайте попробуем покопать. Не, копать не интересно. Я это понял. Сейчас посмотрим, за сколько я оплачу. Как я понимаю, такой вид фарма довольно особый. Хотя да, он очень мало дает. Как это покушать? А, я знаю. Теперь я шарю. Да, это у нас тоже дело такое было. Ладно. Спасибо за материалы. Это сложная работа, суть которой вы наверняка не поймете. Скажите так, фабрика нужна столь, чтобы делать крутые вещи. А, сверка. Еще две сферы, оказывается. Еще дроид. О-о-о. Что я хотел? Еще одного питомца. Вот что я хотел.
Ну, история питомец, что ты пришел ко мне уже под конец серии. И плюс под конец нашего прохождения. Я понимаю, что сейчас... Хотя, можно попробовать сейчас это сделать. Давайте построим. Котел. Это не хватает. Кирпичи нужны. Давайте по-быстрому побежим. Я поставлю на сбор кирпичи. Или не соберу. Ладно, давайте посмотрим, что у меня здесь нового появилось. Да, в принципе, все. Скоро. Я и здесь уже все открыл. 10 часов мы играли. Понимаете? 10 часов я проходил данную игру. Ту-ту-ту-ту. Сейчас мы вернемся в наше место. Огромный череп. Сферу духа можно создать. Ничего себе, оказывается, это прикольно. Понятненько. Трансмутация. У нас еще тут есть маяк, тут поставим, почему нет. Почему я не могу поставить маяк? А он на воде ставится. Он просто освещает, да? Пигменты, бумаги, свитки. Теперь все ясно. Поняли, ребята, оказывается, где свитки брать? В принципе, ребят, я думаю, на этом можно и закончить. Поэтому интересно, что будет, если соберу все кокульки. Это стало интересно. Ну, и мне кажется, я их не соберу. Давайте ей дадим задание еще. Идеально. Вот, держите. Бантик. Дроп. Падает больше. И там падает добра. Сколько добра. Так, выйти, пофармите все. Главное, чтобы зелья были. Зелье. Вы знаете, если вы захотите заново начать играть, ну, уже с прокачанными скиллами, просто берете все, ломайте, что у вас уже создано, продаете, да и все. Не, на самом деле, я думал, играть не зацепит, так как я посмотрел прохождение ее, ну, типа, я думал, ну, люди просто что строят, да, типа, ломают. Нет, на самом деле игра довольно затягивающая. Типа сами подумайте, 10 часов поиграть. В игру, где ты делаешь просто одно и то же. Бегаешь, ломаешь и все. Ну да, тут прикольно, что есть разнообразие всякое, типа мини-квестики.
Ну, если бы ее сделали побольше немного, может, DLC когда-то выйдет. И там будет полноценная игра. Да, ну, игра мне понравилась. Давайте я вернусь домой и закончим. О, у нас еще зебра есть. Ну, этот, жирафик. Поэтому, ребята, как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.